Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году в автоавариях на дорогах Кировской области погибли двое детей и более 50 получили травмы. В 40% случаев, информирует управление ГИБДД, ребята попадали в ДТБ в качестве пешеходов. В каждом втором наезде невнимательность и неосторожность проявили сами дети. С 25 мая по 7 июня, добавлю, в нашем регионе будет проходить профилактическая акция «Внимание, дети». Она направлена в том числе на выявление водителей, которые перевозят детей без специальных кресел. Трасса 101. В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий с 1 до 5 тысяч рублей штраф за нарушение правил переезда железнодорожных путей. Авторы поправок говорят, что ужесточение наказания связано с высокой тяжестью ДТП, которые случаются на ЖД-переездах. По статистике, подавляющее большинство таких аварий происходит по вине водителей транспортных средств. Трасса 101. В Нижнюю палату парламента в ближайшее время может быть внесена еще одна инициатива, касающаяся водителей. Вернее, водителей, у которых нет и никогда не было прав. Если такой гражданин попадет в аварию, в которой погибнут люди, ему будут грозить до 15 лет тюрьмы. То есть эти действия собираются приравнять к умышленному убийству. По мнению законодателей, такая мера заставит бесправников серьезно подумать перед тем, как садиться за руль. Трасса 101. Число выставленных россиянами на продажу легковых авто в период пандемии существенно убавилось, констатируют специалисты. Оно и ясно, многие из нас решили отказаться от продажи автомобиля и покупки другого до лучших времен. Причем подержанные легковушки за последний месяц немного подешевели. Особенно это заметно по Lada Vesta, Skoda Octavia, Ford Focus и Toyota Camry. Трасса 101. Румынская «Дача» будет выпускать машину, которая, по мнению специалистов, может стать основой для «Лада Ларгус» следующего поколения. Речь идет о семиместном бюджетном универсале повышенной проходимости. Автомобиль будет оснащаться в том числе бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра. Предусмотрят и дизельную версию, а также, не исключено, гибридную. Авто появится в продаже в следующем году. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.